Так что всем привет, с вами Саня, мастерская Сами с ключами. Сегодня мы будем красить глушитель от Гвалиора. В принципе, не имеет значения, от Альфы, от Ориона, никакой разницы нет. Так, чтобы снять глушитель, в принципе, ничего сложного нет. Он сидит всего на двух болтах, на головке, здесь и здесь, два болтика. И один болт крепления вот здесь, у колеса. В принципе, больше он ни на чем не держится. Так, вот так вот он у нас выглядит. Это у нас, он был полностью хромированный, но за 5 лет, видите, хромировка отвалилась, и он начал ржаветь. Сейчас мы будем его просто красить. Съездил я, купил термостойкую краску, просто в баллончике. Главное, термостойкая краска по цене ничем не отличается от обычной. Так, можно его в принципе покрасить прямо вот так. Какая разница, это глушитель. Но мы его зашкурим и уже выкрасим как положено. И обезжирим обязательно. Ну вот, все мы дело это зашкурили. Так, смотрите еще что. Старайтесь шкурить в одну сторону. То есть вся длина должна быть направление зачистки в одну сторону. Если делать где-то так, где-то вот так, то на краске это будет видно. Сразу говорю. Поэтому старайтесь шкурить все в одну сторону. Так, дальше берем это дело, обезжириваем. Обычный бензин. Сейчас пока она у нас вся поверхность глянцевая, но сейчас она дело когда будет высыхать, оно станет матовым вот таким вот цветом. Ну, и все, ждем сейчас, когда просохнет, и нанесем второй слой краски. Так, ну что, краска у нас подсохла, будем красить на второй раз. Но видите, стала матовой, то есть хорошо видно, она не глянцевая, совсем не блестит. Ну так, ну что, наносим уже и третий слой. Так, ну вот что, мы его поставили на место, глушитель такой, он все равно выглядит лучше, чем ржавый, черный. Обязательно после того, как поставили, не забыли поставить прокладку под головку, между головкой и глушителем. И пробуем его тыркнуть. Обязательно смотрим,
не сечет ли глушитель. Его будет хорошо прямо этот чувствоваться, что он с горячим воздухом жарит. Все, он у нас не сечет, все нормально. Краска вроде бы не обгорает, хотя он уже нагретый, все. Ну, значит, все-таки краска огнеупорная, они просто напиздели. Ну вот и все. В принципе, все, что хотел показать, я показал. Всем пока, удачи!